Гигантские колонны, выделение метана и удаление азота установлены на пятой линии Амурского ГПЗ, который возводится в рамках восточной газовой программы «Газпрома». Чтобы доставить и смонтировать самое крупногабаритное оборудование, пришедшее в навигацию нынешнего года, потребовалось провести целую спецоперацию. Виктория Сытенко узнала детали. Это финальный отрезок большого пути. Специалисты Амурского газоперерабатывающего завода встречают сердце пятой линии предприятия «Деметанизатор». Его чрезвычайно бережно доставляют от причала на стройплощадку на самоходных модульных транспортерах с пешеходной скоростью. Еще немного усилий, и колонна будет на месте. На Амурском ГПЗ новичка яркими огнями встречают 4 близнеца, ранее установленных на первых 4 линиях. Этот деметанизатор встанет на 5-й линии предприятия. Длина деметанизатора почти 90 метров, диаметр 6, а вес в собранном состоянии превышает 1000 тонн. Чтобы установить такого гиганта, специалисты используют уникальных помощников. Огромные краны, которые в мире можно на пальцах пересчесть. Они способны поднимать груз весом более 1500 тонн. В данный момент ведется установка деметанизатора на установке газоразделения 5 и 6 технологических линий. Эта колонна была доставлена в период летней навигации 2021 года. Она проделала достаточно длинный путь, 1170 морских миль и 2364 километра по рекам Амур и Зея. Все это ради ответственной миссии – извлечения ценных фракций из многокомпонентного газа, который поступает на завод по газопроводу «Сила Сибири» с Чиендинского, а впоследствии и Кавыктинского месторождений из Якутии и Иркутской области. Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа мощностью 42 миллиарда кубометров в год. Амурский ГПЗ будет выпускать очищенный метан на экспорт, а также сжиженные углеводородные газы, этан, пентан, гексановую фракцию для переработки в России. Основным потребителем ценных компонентов станет строящийся неподалеку Амурский газохимический комплекс. Одним из наиболее востребованных продуктов ГПЗ станет гелий – незаменимый элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности. В целом по проекту на сегодняшний день мы запустили первую технологическую линию. Достигнута механическая готовность по второй технологической линии, ведутся пусконадочные работы. Общий прогресс по проекту составляет более 79%. Амурский ГПЗ возводится в рамках восточной газовой программы «Газпрома». На полную мощность он выйдет в 2025 году. Виктория Сытенко, Вести, Амурская область.